Музыкальный фейерверк импровизации прервался песней «Happy Birthday». Так Денис Мацуев поздравил своего друга Борислава Струлева с юбилеем. Всемирно известный виолончелист – один из первых стипендиатов летней школы «Новые имена». Я лучшего праздника в виде творения на сцене, в виде соединения с моим другом и друзьями, ближайшими музыкальными гениями в одном концерте – это праздник души и сердца. Фестиваль «Альма-Матер» – творческий подарок древнему Суздалю. Шостакович, Паганини, Вебер. В числе бессмертной классики звучит хит всех времен и народов – «Рапсодия в голубых тонах» Джорджа Гершвина. Самая узнаваемая композиция с ноу-хау – джазовыми импровизациями. Мы вот за время нашего совместного творчества с Денисом, с Александром Зингером создали такую композицию, которая вместе с Гершвином создает такой общий симфоджазовый импровизационный как бы манеру исполнения этого концерта. Я думаю, что здесь этого еще никто не слышал. В репертуаре Дениса Мацуева 45 концертов с оркестром и 24 сольных программы. Каждый год на фестивале он придумывает что-то новое и никогда не повторяется. С Владимирским губернаторским симфоническим оркестром пианист репетировал редкие музыкальные произведения. Здесь потрясающий оркестр. Потрясающий оркестр и просто удивительный дирижер Артем Маркин, который схватывает все с одной репетиции. Мы делали здесь такие произведения, которые... Я думаю, что не все меломаны даже знакомы с таким, как 4-я симфония концертанта Шимановского, знаменитого польского композитора, или, так сказать, капричо Стравинского для фортепиано с оркестром, или Прометей Скрябина для фортепиано, оркестра и хора. Мы это сделали за одну репетицию. Анна Самуил, Гай Казазян, Денис Мацуев. На одной сцене выступают звезды и юные дарования. Трубач Александр Рублев, победитель многих международных конкурсов и стипендиат фонда. Музыкант играет на трубе с 6 лет. Он – открытие летней школы «Новые имена». Кроме трубы, в свободное время я еще занимаюсь написанием электронной музыки. Это для меня как хобби, мне очень нравится. Пока это еще не профессиональное занятие, но я планирую в дальнейшем в этом направлении развиваться. Фестиваль собрал зрителей со всей страны. Алексей Стефанов вместе с женой специально приехали на концерт из Москвы. Пара признается, попасть на выступление известного пианиста – счастье. Мировая величина, гениальнейший человек, гениальный пианист. И пропустить такой концерт это просто было бы... несерьезно. И нам предоставилась такая возможность с женой. Да, просто счастье, потому что на концерт Дениса Мацуева попасть очень сложно. Значит. Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юное дарование. Ее воспитанниками стали современные звезды классической музыки. Ольга Ельфимова, Лариса Янковская, Андрей Беляков.